В День российской науки 8 февраля на очередном заседании Академии наук Республики Татарстан вручили диплом действительного члена Академии наук ректору КФУ Ильшату Равкатовичу Гафурову. Получение звания академика в Республике Татарстан достаточно для меня лично почетное звание, признание той работы, которой я посвящаю каждый день своей жизни. В то же время это признание нашего университета, поскольку я работаю ректором уже в течение 6 лет, и все ректора Казанского федерального университета, Казанского государственного университета с самого первого дня были, в общем-то, членами Академии наук Татарстана. Голосование проходило 22 декабря на отчетной конференции Академии наук Республики Татарстан. Там ректор Казанского университета был представлен от отделения социально-экономических наук Академии наук Республики Татарстан, где его кандидатуру поддержали единогласно. Выбор на нее пал не случайно. Ректор Казанского университета не только успешно справляется со своей должностью, но и добивается достижений в научной области. Им опубликовано более 70 научных статей в журналах, индексируемых в базах Scopus и RINS. Он также вносит свой вклад в развитие системы высшего образования республики и продвижение Казанского университета в списке лучших университетов мира. Этот год был для меня особенный, поскольку в один и тот же год я в то же время избрался и в Российскую академию образования. В моем лице, я думаю, мы увидим интеграционный мостик между двумя академиями. Помимо ректора Ильшата Гафурова, в состав Академии наук Республики Татарстан вошли еще 6 представителей Казанского федерального университета. Всего в этом году звание в Академии наук Республики Татарстан получили 23 ученых. Численность организации заметно увеличилась. Всего в Академии наук после голосования и вручения дипломов стало 134 члена-корреспондента и академика. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.